хотелось бы какие-то задания повыполнять. Вот с Кейрой, допустим. Ну или пока на островах можно вопросы открыть. Что, драться расхотелось? Шевелись, плотва.
понятно. Вперед, плотва! Литва? Но! Подержи. Шевелись, плотва. За тобой слежу. Эй, ты! Значит,
С удовольствием. Будь здоров. Красивые мечи. Интересно. Что у тебя есть на продажу? Будь здоров. Выходит, пролетел. Красивые мечи, но во мне лучше добрый топор. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Куча разверзлась. Геральт, я как раз начала скучать по тебе.
Ты говорила, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречка? Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь? Ну, проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерад, властитель этих земель. В деревне, говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Так значит, крестьяне приплыли на остров за едой, а властитель приказал их перебить. В деревне, говорят, он их отравил. Какой симпатичный правитель. Я с ним не встречалась, но чародей с острова рассказывал о нем. И по рассказам Сират не показался мне таким уж жестоким. На острове жил чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями. Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось бежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня, вы же такая могучая колдунья. Пристали, покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думал, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться какому-нибудь хаму с траурной каймой под ногтями. Я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на Коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня? У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Аритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как удар кистенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку? Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Откуда у тебя ксеновокс? Я нашла его в шахте вместе со светильником. Сначала я подумала, что это часть светильника. И только потом поняла, что попало мне в руки. То есть он принадлежал эльфскому чародею? Да. Я и не знала, что эльфы пользуются такими вещами. Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного.
То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И, Геральт. Спасибо. Пошла. Я почти на месте. Прекрасно. Тогда я вызову тебя попозже. Погоди, этот ксеновокс, я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Женской интуиции. Чудесно. Уже на острове? Ксеновокс работает? Ты меня слышишь? Что? Не слышу. Ну вот, уже сломался. Да, не продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен. Thank you.
Что, драться раскачивай? Интересно, что их убило. На трупоедов не похоже. Сколько мне еще ждать? Близковато встал. Yeah.
что, драться расхотелось? Останки. Эти люди пришли сюда уже после смерти помещика. Интересно, что их убило. На трупоедов не похоже.
Попробуем светильник Кейры. Бросили нас! Глянь, все смылись! Значит, доберемся вплавь. Давай. Добро тут, что ли, оставим? Ты плыви. А если найдешь лодку, возвращайся за мной. Ха, да почему же не найду? Оглянуться не успеешь, а я уже вернусь. Что умеешь? Ща! Похватились. Не впустят Грахма. Тихо, дурень. Будешь так громко клювом щелкать, так и сам барин услышит. Где его? Он сидит себе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомек, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики! Дави их! Интересно, что их сюда привлекло, голод или алчность?
Милка, уходить надо. Ну что ты там, живей? Милка! Милка, что с тобой? Не знаю. Горячо. Жжет. Что? Нет. Не подходи! Не оставляй меня. Крыс очень много. Живых почти столько же, сколько мертвых. Знаешь, что они тут жрут? А, Геральт, перестань. Давай без подробностей. Похоже, эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой. Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови и в дерьме, совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Следы крови. Здесь убили нескольких человек. Чего только богатеи не придумают, глядите. Крыс в клетках держит, что твоих кроликов.
Может, их выпустить? Они ж тут с голоду передохнут. А я бы их сжег, чтоб передохли твари вшивые. Доплывут еще до деревни, беды наделают. Как же это? Крысы доплывут! Ой, не боись, крысы-то поумнее тебя будут. А, какие-то они клёвые. Глистатые все, или как... Ой, фу, как воняют! Аннабель, не начинай! Займись лучше вышиванием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахам! Господин мой, мужики ворвались в башню. Только золото! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили. Столько времени после смерти барина. Кто здесь? Отзовись! Есть тут кто? Ты? Ты кто? Наверху башни. Я на последнем этаже, но лаборатории здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. Ха. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Thank you.
Это лаборатория, и, кстати, отличная. Эксперименты на людях. Во времена Капитула им бы это с рук не сошло. Просто держали в клетках. До конца. Вот, сука, дрянная смерть. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Не надо меня бояться. Я хочу снять проклятие, которое висит над островом. Но кто ты? Другие духи меня не видели. Я исключение. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну и трудные времена. Ненадолго. Что за чародей здесь жил? Его звали Александер. Я плохо его знала. Он все время сидел в этой башне. Знаешь, он тоже умер. Все умерли. Целый город трупов.
а я все равно одна. Совсем одна. Все меня бросили. Даже тот, кто клялся мне в вечной любви. И ты тоже меня оставишь. Если я сниму проклятие, ты сможешь уйти. Расскажи, что случилось в башне? Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет. Они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей. Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец. Но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найдут. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помню только, что боялась его пить. Ты не доверяла магу? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их катрионой. Это только слухи, конечно, но мне было так страшно. Я услышала голос моего возлюбленного Грахама. Он звал меня. Я открыла, но за ним вошли другие. Они набросились на меня и... Почему твой любимый тебя не защитил? Их было слишком много. Он кричал, чтобы они оставили меня, но они только смеялись. Они обидели тебя? Они начали рвать на мне платье, хватали меня за руки. Я вырвалась, выпила эликсир, а потом... Не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было, только крысы. Десятки, сотни крыс. А я... Я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир, он еще не перестал действовать. Ты была парализована. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. Они разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Разве я мало страдала? Почему я не могу отсюда уйти? Ты можешь общаться с другими призраками на острове? Нет. Я здесь совсем одна. Другие духи убегают от меня. Я не знаю, почему. Ты меня не боишься? Я часто имею дело с духами. Хотя должен признать, что ты... другая. Ты была не последней, кто умер на этом острове. Я нашел в башне свежие останки. Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище совсем недавно. Кто еще живет в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовище, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ты должен спасти меня, а не мучить. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но... Кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу, и весь остров очистится. Кто твой возлюбленный? Сын какого-нибудь дворянина? Нет. Он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскую.
Ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни. Помнит ли он обо мне? Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я и сама не знаю. Все это как кошмарный сон. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чем ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров, тебе будет достаточно простить Грахама. Я любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет о том, что сделал. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с ним? Сделаешь это для меня? Твой рассказ очень печален, но что-то в нем не сходится. Такое впечатление... Ну? Что ты что-то скрываешь. Ты знаешь, что на острове небезопасно, но не хочешь рассказывать, что за чудовище тут обитает. Здесь нет никакого чудовища. Мне кажется, ты лжешь. Только зачем? Ты хочешь защитить это чудовище? Или, может быть... Замолчи! Не желаю тебя слушать! Я не смогу тебе помочь. Выносить предметы с проклятого острова, из любого проклятого места, слишком опасно. Кости женщины тем более. Я слышала, что ведьмаки лишены сердца. Может, ты хотя бы приведешь Грахама сюда? Я так хочу с ним проститься. Аннабель, послушай. Нет, ты с самого начала не хотела мне помогать. А я решила, что наконец кто-то сжалился надо мной. Сколько мне еще ждать?
призраков. Я сражался с Моровой Девой. Моровая Дева? А ты узнал, как снять проклятие, прежде чем бросаться на нее с мечом? Да, мы поговорили. Похоже, что я должен привести на остров ее возлюбленного рыбака Грахама. Я его знаю. Он живет в руднике на берегу озера. Ищи его быстрее. Я чувствую, мы близки к цели. Конечно, помню. Я хотела тебе кое-что дать. А то мама всегда говорила, что если кто-то сделает что-то хорошее, надо его поблагодарить. А больше бы людей усвоил эту науку. Так я пойду? А то тетя говорит не отходить далеко от дома. Мудрые слова. Береги себя. И спасибо за подарок.